На затянувшийся ремонт дорог жалуются жители поселка Родина в Кустанайской области. Из бюджета на эти цели было направлено больше 400 миллионов тенге. По мнению сельчан, асфальт на дороге укладывали на скорую руку, потому качество, ну, не сами знаете какое. Наталья Строкова узнавала, когда завершится реконструкция улиц в населенном пункте. По договору заасфальтировать улицы в поселке Родина подрядчик обещал в середине лета, но по факту объект до сих пор не принят. Комиссия выявила многочисленные нарушения в работе. Дети и взрослые вынуждены ходить по проезжей части. По обочинам дороги непроходимая грязь. Она осталась после замены водопровода, который в населенном пункте обновили 2 года назад. Жители просят сделать хотя бы насыпь из щебня. Когда здесь проходят грузовые машины, они задевают край дороги, и он уже начинает разрушаться. В трещины вода попадает, и покрытие не выдерживает. Хорошее дело для людей сделали, но если так и дальше пойдет, дороги надолго не хватит. Обустройства тротуаров в проекте не было, только средний ремонт на 17 улицах поселка. Бюджету это обошлось в 406 миллионов тенге. Подрядчик в график не уложился. На него подали в суд, чтобы признать недобросовестным претензии и у технического надзора. Нарушения были по укладке асфальта, асфальтовой смеси. Где-то был неправильный слой уложен, не столько, сколько нужно сантиметров в основании асфальта. Качество асфальта оставляло желать лучшего. Возле дорог они должны основание щебня уложить правильно, чтобы съезд машины был. Это только окончание. Когда подрядчик устранит недочеты, неизвестно. Принять улицы в эксплуатацию смогут, если очередная проверка не выявит дефектов. Наталья Строкова, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область, Хабар 24.